Всем привет! Сегодня хочу оставить свой видеоотзыв о средстве для защиты кутикулы торговой марки El Corazon в объеме 15 мл. Цвет у меня прозрачный. Эту жидкость я приобрела в интернет-магазине Naomi 24. Здесь во флаконе 15 мл. Произведена эта жидкость в России, о чем есть пометка на обороте. Также здесь есть инструкция о нанесении. Производитель говорит о том, что нужно нанести его на кутикулу, подождать минуту и после этого уже делать какой-то дизайн. Вот. И после того, как дизайн завершен, можно его снять пленочкой с ногтя. Вот. Это средство имеет очень резкий неприятный запах, поэтому лучше работать в проветриваемом помещении. Вот такая вот кисточка. Средство жидкое. Оно даже не тянется. Вот, предлагаю посмотреть, как оно будет вести себя в работе. Давайте нанесем средство на зону вокруг ногтя, на кутикулу и боковые валики. Оно имеет белый цвет, но при высыхании оно становится прозрачным. Давайте подождем минуту, пока оно высохнет. Мы можем видеть, при подсыхании это средство становится прозрачным. Там, где белое, это еще оно не подсохло, но здесь очень толсто я нанесла. Вот здесь также в этой. Там, где оно стало прозрачным, это оно уже просохло. То есть это сигнал к тому, что мы можем начинать уже делать дизайн. Я дизайн делать не буду, так как у меня уже есть темпинг на ногтях. Вот, но хочу еще показать, как оно будет сниматься. Берем или апельсиновую палочку, или пушер и поддеваем с одной стороны. Пробуем сдереть его. Все, у нас снялось, все отлично, даже одной полосочкой. Вот здесь вот немного осталось, но это я залезла на ногтевую пластину, а так все хорошо. Хочу сказать, что своей покупкой я очень довольна, это очень хорошее средство для защиты кутикулы при дизайнах, поэтому такие дизайны, как стемпинг и водный маникюр, уже перестают быть страшными с такой защитой. Конечно, нужно внимательно и очень плотно закрывать крышку, потому что такие средства, они засыхают при воздействии воздуха. Для того, чтобы вам оно служило дольше, нужно очень плотно закрывать колпачок. Также в случае, если на кисточке у вас засохнет эта жидкость, эту кисточку тоже нужно подсушить и счистить вот этот вот засохший комочек пушером или апельсиновой палочкой. Это средство для защиты кутикулы я могу всем рекомендовать. Цена очень демократичная, хорошо ведет себя в работе, снимается одним слоем, не нужно подчищать за ним. Вот, поэтому я могу вам его смело рекомендовать. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Спасибо за просмотр.